Друзья, всем привет! В прошлом году я приобрела каменную розу и высадила ее в сад. У меня есть видео на канале. Может быть, в конце видео я вам там дам ссылочку на это видео. Ну и вот сейчас весной она хорошо перезимовала, прямо вот это все укоренилось, а так разрослась. Но цветочки вот таких очень много деток, небольшие. Они расползаются. Как это правильно называется, ичеверия, ихеверия, короче, каменная роза. Вот, расползаются. И, в общем, я убиралась, и вот эти веточки, они обломились. Листву вот прошлогоднюю убирала. И вот они у меня уже дома лежат неделю. Вот, ну, как многие говорят, надо, чтобы полежали, подождали, там, ну, оно выпустит корешки сами. Но что-то я пока ничего не вижу, конечно, но неделя всего прошла. Я так, мне ее прям хочется посадить, эту каменную розу. Вот. И я хочу ее, знаете как? Я хочу ее вот эти вот посадить не на улице сейчас, еще как-то, знаете, прохладно. Я хочу посадить ее в горшок. Вот. Ну вот, вот эти вот листья вот все вокруг я обрабатываю. Тут еще шерсть от собак налетела за зиму. В общем, я их сейчас ополосну. Вот. Вот это даже чуть-чуть, наверное, подрежу. И вот это буду вот укоренять в горшочек в какой-нибудь. Посажу здесь в доме. Вот так, ребят, да? Ну, сейчас я подготовлю горшочек к землю и вам все покажу. Итак, мои ичеверии. Вот. Подобрала я вот такой вот горшочек для них. Ну, для трех штучек. Конечно, это многовато, наверное. Надо бы поменьше. Мне что-то хочется, чтобы они так это, корни свои лучше развивали. Вот. А какая земля? Земля... 1, 2, вот 3. Вот земля, смотрите, здесь верховой торф. А сюда я добавила вермикулит. Вот это вот дренаж, ну, я хочу перемешать это все. Это будет не дренаж, конечно. Дренаж я еще на дно сделаю, большой дренаж, чтобы застой воды не было. Вот. Больше такую почву, да, сделать, как для суккулентов. Это вот, кстати, строительный керамзит. Он немножко потяжелее, и фракции попадаются, ну, разные. Вот видите, есть вот такой, вот прям вот такие. Вот. Но есть вот поменьше. Так, все перемешиваю. Здесь земля еще вдобавок ко всему уже с перлитом. Сделаем такую. Я немножко ее смочила, потому что она была вообще ужасно сухая. Я ее смочила. Сейчас все перемешаю, чтобы, видите, вот такая вот земля была. Вот, с камушками. Рыхленькая-рыхленькая. Вон, видите, вот так сжимаю. Она вот распадается, чтобы не слеживалась. Вот так. На дно я насыплю... Опять же, строительного керамзита. Можно больше, потому что горшок большой. Вот эти большие беру. Вот, вот так. Ну и теперь засыпаем нашу почву. Я вот почему-то люблю это все делать руками, без перчаток. Вот, вот, вот так. Так. Как будем сажать? Ну, почти по поверхности, да? Поэтому я побольше насыпаю. Не знаю, вам видно. Так, надеюсь, что мне земли хватит. Все, высыпаю землю. Вот. Так, ну и что тут укоренять-то? Все я прочистила, в принципе.
немножко заглубить. Заглубляю. Хотя они поверху идут. Но я думаю, она даст под листьями корешки. Сильно корешки в землю. Так, вокруг уплотняю. Еще пролью. Так. Подсохшие убрать, чтобы они не гнили зря. Вот. Сегодня пойду опять по двор там чистить. Может быть, что-то еще увижу. Так. Вот этот уберем, наверное. Зачем он такой? Все равно какой-то не нравится он мне даже. Какой-то он как не свежий. Вот эти еще листики. Маленький совсем, совсем маленький. Посажу его рядышком. Место пустое остается, ну и бог с ним. Можно было, конечно, горшок поменьше. Вот так. Ну вот и все. Вся посадка. Так. Земля прям рыхлая, хорошая. И оставляю здесь, в доме, на укоренение. Посмотрим, что будет. Там у меня прижилась на улице прям хорошо маточное растение. Покупала в прошлом году. Полила обильно, но теперь буду долго не поливать. Пока земля немножко не просохнет. Вот. Пусть стоит, теперь укореняется. Сейчас солнца много, тепло. Вот уже видите, вот вода уже выходит. Это и хорошо. Вот так вот, ребят. Просто горшочек это для укоренения. Укорениться можно будет пересадить куда-нибудь уже на улицу или в другое место. Можно оставить в доме. Вот так. Ичеверию укореняю. На этом все, друзья. Было чем-то полезное видео. Поставьте лайк, если не жалко. И до скорых встреч. Пока-пока.